восстановление проходит нормально. Тренируюсь, работаю по индивидуальному плану. Сейчас вот приступил уже к тренировкам с командой. Так, немножко тяжеловато, но потихонечку, я думаю, надо втягиваться, и будет все нормально. Да, я готов. Если выйду на замену, то это будет очень хорошо и приятно. Ну, с одной стороны, у ребят хорошее настроение, мы уже завоевали там 3-е место. Но понятно, что самое главное – думать только о своем матче и стараться победить. Если мы будем показывать такой же хороший футбол, показывать хороший результат, то болельщик, наверное, потихонечку какими-то небольшими шагами будет прибавляться. Ну и хочется попросить, да, что вот этот сезон уже заканчивается. Хочется, чтобы наши болельщики, я знаю их очень много, и игра с Батэ это показала, что даже на выезде приехало нас поддержать довольно-таки большое количество болельщиков. Хочется, чтобы на следующий год их ходило намного больше, а мы будем стараться показывать хорошую результативную.